Вот эту дверь можно открыть? Нет, ее подперли изнутри. Давай обойдем здание. Должна быть лазейка. Я тебе говорю, кто-то изнутри все забаррикадировал. Ну, надо же проверить. Заперто. Да чтоб тебе! Эй, да ладно, успокойся. И тут тоже не открывается. Как-нибудь. Господи! Подожди. Что это? Так, тихо, тихо. Боже мой. Шакалы. Они внутри. Куда влезли шакалы, значит... Должен быть слаз на крыше. Идем. Смотри, здесь крыша ниже. Ага, надо только придумать, как залезть. Иди сюда. Помоги сдвинуть, чтобы можно было залезть. Хорошо. Готовы? Ага. Так, толкай. Так, нормально? Да, да. Погоди. Забралась? Да. Будь наготове. Шакалы начинают беситься, когда кто-то посягает на их территорию. Мне просто очень не хочется убивать этих засранцев. Что? В смысле? Они напоминают мне ту девочку из Фервала. Ту, которая пырнула тебя ножом? Она не понимала, что делает. Никто из них не понимает. Это не помешает им тебя убить. Я знаю. Ну, лезь уже! Это последний. А тебе это в кайф. Убивать шакалов? Нет, но... Согласись, эти гады реально назойливы. Тут ты прав. Возьми меня за руку. Ладно. Аккуратно. Не спеши. Ага. Все нормально. Осторожно. О, они не только назойливы, еще и дерьмом воняют. А ты поживи, как они. Глянем, чем запахнешь через 2 года. Нет уж, спасибо. Куда мы идем? Попробуй эти двери. Тут должна быть лаборатория или лекционный зал. Центрифуга где-то здесь.
что-то не пойму. На них нет следов от пули, никаких признаков насилия. Цикута. Господи. Вот она. Ты эту? Центрифугу искала, да? Да, это она. Идем. Ага. Видно, я недостаточно хорошо спрятал байк. Ладно. Решим вопрос. Жди тут. Не высовывайся. Хорошая мысль. Устроим его! Я ранена! Рика, назад! Прячься! Я их вижу! Ладно. О, есть. Дольше ждать нет смысла. Пошли. Хорошо. Еще трофеи. Все, взяла. Пошли. Не высовывайся. Ага, понял. Шикарно. Черт. Как у тебя с патронами? Нормально. Будь свободен. Пошли. Победа. Подожди. Мне нужно забрать центрифугу. Ладно. Все, взяла. Пошли. Вот эта пушка у него была. Да, я заметил. Вон еще, их тут много. Надо их убрать, иначе к байку не пройти. У тебя дымовухи остались? Да. Отсюда видна вся парковка. Будешь кидать дымовухи мне по ходу движения. Поняла? Поняла. Ладно, рискнем. Прикрываю! Оружие! Огонь! Оставайся там!
кажется, это последний. Так, подожди. Я иду к тебе. Ну, ты как? Что, я как? Ну да, а что? Даже не знаю. Хорошо помню день нашей встречи. Ты пальнула воздух из моего пистолета и перепугалась прямо до трясучки. Что сказать, времена изменились. Ну да. Ну все, пошли отсюда. Что с тобой случилось, Сара? Я не поняла вопрос. Слушай, ясное дело, что многое изменилось. Все, кого мы знали, уже мертвы, но это не объясняет. Чего не объясняет, Дикон? Почему наши бравые ребята зовут меня ведьмой Уизард Айленда? Вот это меня вообще не волнует, просто... Со мной случилось ровно то же, что и со всеми людьми на этой долбанной планете. Ладно. Ладно, я понял. Сюда. Веди. Можно сказать спасибо? Не-а. Ладно. Я просто хочу, чтобы ты знал, как для меня это важно. Обращайся. Какие новости? А у тебя как дела? Эй, тебе сюда нельзя! А что я делала, когда мир заболел? Братья и сестры по оружию, я несу вам радостную весть. Конец уже близок. Капитан Коури без устали обучает и укрепляет нашу армию. Лейтенант Уитакер, не смыкая глаз, трудится над биологическим оружием, которое позволит нам убивать фриков сотнями. Лейтенант Уивер работает над химическим оружием,
которая будет сжигать целые орды. Скоро подсечно-огневая тактика останется в прошлом. Мы перейдем от оборонительных действий к наступлению. Мы нанесем сокрушительный удар по фрикам и вернем себе этот мир. Узрите же, сказал он, враг, посеявший их, это дьявол. Жатва — это кончина века, а жнецы — это ангелы. И соберут они из царства его всех творящих беззаконие и ввергнут их в печь огненную. Будет там плач и стенание, и скрежет зубовный. Мы, дешутское ополчение, и есть ангелы мщения. И нас не остановить! Все свободны. Полковник, сэр, это Сент-Джон. Я возвращаю украденное. Да, капрал, я помню. Это воровка и убийца. Она оказала сопротивление? Да, сэр, да, оказала, и еще какое, но я с ней разобрался. Ты сражаешься за правое дело, капрал. Даже не сомневайся. Такие, как она, лжецы, воры, убийцы, наркоманы, преступники. В общем, это из-за них все случилось. И ни по кому из них слезы лить не буду. Свободен, капрал. Да, сэр, я вернусь к работе. Тейлор, ну, как дела? Ты представляешь, этот урод Коури поставил меня в дозор. Ну, хватит. Как будто что-то может случиться с доком. Вот да, прям посреди... работа непростая, но ты справишься. Понял? Да, да. А у тебя-то как дела? Натер себе волдырь на заднице, пришел к доку попросить вазелинчика. Ухо-то как. Что? Не слышу. Да ладно, я стебусь. Боли я не чувствую, док дал мне оксикодон. Ядреный. Короче, нормально все. Ясно. Кстати, лейтенант заходила. Что-то там выпрашивала у дока. Да? Да, решил тебе сказать. Ну ладно, спасибо. Увидимся. Ага. Это размен. Жить будешь. Только не лезь больше в драки. Ну, не обещаю, док. Знаешь, Мэпаресси, я тут подумал, я давно не выбирался в водище. Теряю хватку и стою ланданду. Смеетесь, что ли? А вы серьезно? Хотите поехать со мной? Я и сам гонял на байке, пока мир был прежним. Ну ладно, поехали. Капрал? Док? Куда-то собрались? Коронель, я давно не был на вылазках. Я хотел поехать вместе с капралом. Нет, нет, это исключено. Коронель, но инкенда. Послушай меня. Если с тобой что-нибудь случится, заменить тебя будет не... Нет, сэр, я за ним присмотрю. Свободен, капрал! Мэтт, я уже бывал в водище. Я понимаю. Но повторюсь. Если с тобой что случится, я даже не знаю, что я буду делать без тебя.
Полковник, это Сен-Жан. Капрал, капитан Кори сейчас доставляет задержанного. Завтра состоится законный суд. На закате мы его повесим. Законный суд? Конечно. Каждый заслуживает справедливого суда. И справедливой казни через повешение. А, ну да, справедливость. Приказ я выполнил. Конец связи. Понял, я буду как смогу. Капрал Сент-Джон, слышишь? Ты мне срочно нужен. Жду, как только сможешь. Полковник! Да, конечно, сэр! Отбой! Yeah.
Да. Можно что-нибудь смастерить. Канистра. Вот так. Готово. Порядок. Нет, не сюда. Куда? Где мне теперь взять предохранитель? Еще одно. Погнали. Thank you.
Я чую гнездо. Оно где-то здесь. Это здесь. Что тут у нас? Навык не растерял. Предохранитель, да. Вот теперь дело пойдет. Ну вот, порядок. Зеленый — это хорошо. Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Объявлено военное положение. Не оказывайте сопротивление. Все, что ли? Да. Все, есть. Наконец-то. А, инъектор Неро. То, что доктор прописал. Это чтобы глаза не слепались. Микрорегистратор, здрасте. Нет, это все останки. У нас мало места.
Я не видел приказа. Что такое? Почему отступаем? Я видел снимки со спутника. Они идут по 97-й трассе, по 5-й. Они будут тут меньше, чем через 2 часа. Кто, зараженные? Нет, туристы, идиот. Да, зараженные. Толпы. Миллионы. А как же лагерь? А беженцы? Посмотри, сколько ты видишь вертолетов? Не знаю, штук 6. А сколько беженцев? Пара тысяч. Или больше. Гораздо больше. Да, ты понял? Так, уходим по-тихому. Не вздумай чего ляпнуть, ясно тебе? Мы не предупредим их. Да, сэр. И где правительство их откопало?